Телеграм-канал Красноглинского района сообщает, что сегодня стартовал прием заявок для включения дворов в программу «Комфортная городская среда». Срок приема предложений до 13 декабря. Затем в течение 15 рабочих дней комиссия будет рассматривать поступившие проекты. Прием осуществляют в здании администрации района на улице Сергея Лазо, 11. В школе номер 70 прошло посвящение новых участников в ряды юнармии. Они принесли торжественную клятву всегда быть верными Отечеству, соблюдать устав организации, быть отважными, смелыми, защищать слабых, достигать успехов в учебе и спорте, чтить память героев. Это важный шаг для каждого ученика, ведь они становятся частью большого патриотического движения, объединяющего молодежь всей страны. В телеграм-канале Ленинского района поздравляют школьников с этим знаменательным событием.